Всем привет, товарищи рыбаки. Отправился сегодня на Сурское водохранилище поискать плотвы. Позвали меня на одно место. Сказали, вроде поклевывает. Все, приехал на водохранилище. Сейчас покажу, сколько народу, блин, на стоянке машин. Я поздно приехал, мне даже места не осталось. Во, машин сколько. Здесь вот летом лодки слепуем. А сейчас стоянка. Мне еще пройти где-то 2 километра надо будет от этого места к тому берегу, ближе к руслу. Вон там целая куча рыбаков. Отправляюсь я в путь. Встретимся уже на месте, товарищи рыбаки. Погнали. Просторы наши сурские. Прогулка под солнышком. Не так волнует количество рыбаков сегодня меня, как волнует то, что сегодня ветер такой нормальный, 5-10 метров где-то. А палаточки у меня пока нету, финансово я ограничен. Палатку буду, наверное, думать на следующую зиму покупать. Одну лунку никак не могу пробурить. Лед вообще большой. Уже вон по барашек зашел. Вот. Фух ты, это вот сколько? По барашек и вот чуть-чуть больше вот до сюда. Метр, блин. Ну тут снег плюс лед. Фу. У меня вот уже второй холод. Первый такой же был. Ну вот подделали хорошо. Новые пошли. Очень чувствительные. Да, а меня что-то подтупливает. Непонятно. То ли рыба, то ли коряшка, блин. Или я не привык еще. Они какие-то одноразовые тут, блин. Ага. Ну, вот 3 года проработал, пипец. Вот их и продают. Я бэушный взял, он с рук дешевый. Ну, так вроде показывает что-то. Глубину. Ага. Вот эти хорошие. Прям четкие, их можно и летом прям использовать. Так, это у меня на поясе должно быть. Ну, сейчас вот. Оп. Так, что тут? Датчик не видит. Ниже льда. Контакт, да. О. Дна не видать. Надо. Сколько у меня? 5 метров, а тут 5,5. 6 ставим. Fish ID. Давай, рыбу показывай. Что-то он на дне есть. Все. Так, вот закармливаем лунку. Сейчас буду драть вот такую плотву. Разную. Разную всякую. Сначала подойдет мелкий. Хорошо, хоть какая подошла. Да есть. Вон лунки-то есть. Так, все. Теперь налаживаем удочки. Ветрище, блин. Жесть. Есть поклевка.
попалась, кто-то попалась. А, ерш. Все запутало мне. Ай, фиг с ним валяется. Так. Спутал мне ерш всю леску. Перевязываю, мормышку оторвал, короче. В середине где-то мне, блин, леску всю спутал. На ветру вообще неудобно вязать. Вот и все, привязал новую мормышку. Гвоздишарик граненый. Так, погнали. А спуталась, скорее всего, из-за того, что у меня там узелок, блин, был. Где-то она задела просто леска за этот узелок. И все. Опа. Кто-то есть. Ага. Это что-то плотва, наверное. Получше сопротивляется. Подлесочек. Вот это рыбеха. Это кто? Подлещик? Или что это? Сапа? Ну да, он сам. Ага. Но мне его можно, что ли, взять без палева? Его прятать надо, за него штрафуют? Ну да. Ладно, отпущу тогда. Иди, штрафной. Пока, зови, здорово. Вот. Без бутылку, да? Да. Ютаски тоже? В смысле, лет? Печень. Не, нормально. У меня 0,10. Ага. И мормышка где-то 0,6. Это вот ты на этой сидел, когда я пришел, да? Да. Ага, вот я тебя украл. Подсидел Саньку, на его лунку сел. Кормленую. И все, и одна рыба тут была только. Мимо проходил. А, блин, была поклевка. Две рыбы. Как на спиннинг, блин. Ты дыщ. Так, я себе лунку нашел, ты как хочешь. Опа, блин, сошла. В эхолоте прям видел, как подходит. Ударила и сошла, блин. Прикольно. Подходами, рыба, подходами. То придет, то уйдет. Рука уже не поднимает, как клюет. Дикий клев. Рука бойца колоть устала. Так, я тебя сниму, что-то там. Вот судачок. Вот они, судаки, пошли. Вот они. Да, это судак. Натуральный? Натуральный. Русловой. Да. Русский воин. Дикая течка. Ветер еще изменился. Был южный, юго-восточный. Сейчас куда-то спину, это северный вообще получается. Давление смотрел. Давление вроде такое же. Такое же? Ветер изменился. Или изменения предполагается на погоде. Ох, жарко стало. Ветра нету, солнце. Жара. Только рыбы нет. Так, эксперимент на мотыля. Эксперимент номер один. Опа, есть. Есть, ребята, что-то есть. С мотыльком. Ага, плотвичка. Ура! Заработала! Хорошенькая. С подсадкой мотылька. Попробовал и получилось. Не знаю, мотыль сработал, либо тут рыбка подошла. Пока с мотылем.
идет на моем месте, проверь. А? На моем месте он сидит. Ты уж там все выловил, иди, говорит. Это мелочь, мелочь, плавает. Хитрюга. Мелочь плавает, она мормышка большая. Дуришь ты меня. Хочешь, чтобы я ничего не поймал? Так, в очередной раз оторвал. Думаю, что поставить, наверное, гвоздикубик, что ли. Может, вот эту поставить. Чертик, как его назвать-то? Привязал чертик такого вот. С брюшком желтеньким. Черненький с желтеньким брюшком. Да, оторвал уже на ветру, блин. Метров 5, наверное, лески точно. Путается, блин. Леска, что ли, говно какое-то? Вроде овнер. Опа, есть. Кто там? Ай, сошла, блин, не посмотрел даже, кто это. Билась, как плотвичка вроде. Опа, есть. Иди сюда. Блин, леска ложится плохо на меня, блин. Опа! Хе-хе-хе-хе-хе! Пошла рыбалка! Ну, я ж говорю, клюнет, блин, понятно. Я когда леску достаю, она вся на меня почему-то ложится. Хотя ветер туда. И путается, блин. Опа. Мелочь какая-то. Какая-то мелочевка. Опа. Ну нет, хорошенькая. Хорошая плотва. На чертика. Вот такой чертик. Опа, есть. Еле-еле клюнуло, блин. Еле понял. Отстань. Опа, уже две с луночки. Ой, блин, была, была. Блин, ветрище, ребят, метров, наверное, тут даже не 10. Метров 15, наверное, прям задувает. Пропускаешь поклевки даже иногда. Так, вот с одной луночки поймал двух. Сейчас пойду на другую лунку. Такие хорошенькие. Задувает вообще пипец. Может, слышно вам микрофон-то, не знаю. С лунки на лунку, с лунки на лунку. Так ищется плотва. Где-то мают, припорошило все. А где еще-то одна? Тут же две было вроде. Что-то ни одна рыбка куда-то пропала отсюда. Вот. Воронышу стащила. Здесь было две. Я снимал. Нету. Падла какая. Так, надо убирать. Я что-то про них забыл. Вон она, падла, летает. А я ниоткуда не возьмись. Вот нет. Ага. Тут взяла, вон она это. Ворона, блин. Стащила мою селедку. Полетела, блин. Есть. Опа. Хорошая плотва сработала на муравья. Или как это? Нимфа. На нимфу сработала с цепочкой. Офигенно. Крупняк пошел. Спит у меня Санек.
сидит в телефон, он смотрит в этой, в будочке своей, какие-то там биатлон, что ли, смотрит. На, потрогай, может, клевать будет. Я поймал. Так, вот новая лунка сработала. Только что пробурил ее. И кто-то ползет. А, окунь, блин. Блин, оторвал мне, короче. У меня окунь хороший попался. Оторвал мне, блин, мормышку. Мормышка такая одна была, блин. С цепочкой, блин. Нимфа с цепочкой была, блин. А, есть, есть. Слава богу. Брал две, во. Во. Такая вот нимфа с цепочкой, блин. Хорошо, что еще есть. Не помню даже, где брал-то, блин. Еще бы взять. Ну что, работает без мотылки? Работает, надо рыбу только найти. Да. Ой, я думал, все-таки статус хоть будет. Ничего. 0,1 лесочка, да? Это 0,10, да, 0,1. Туча вон идет. Сильная какая-то, наверное, со снегом. Солнышко вышло. В промежности, хотел сказать. В прогале между туч вышло. Как раз как будто перед бурей сейчас, походу, меня накроет чем-то. Цунами какой-то. Но я еще не сдаюсь. Пытаюсь еще поймать на вечерке. Солнышко лучистое улыбнулось весело, потому что с ёршиком мы мочили песенку. На этой лунке я ёршика первого поймал. Опа, блин, вот этот удар был, что такое было? Это, может, ёрш? Мне аж прям в руку чмынкнуло. Может, лещ какой-нибудь? Все, сейчас проверяю две последние лунки и домой. Хорош. Сегодня что-то плохо клюет. Попробуем завтра еще сходить. Опа, есть. Ура, заработала. Блин, мешается удочка. Ветер, конечно, мешается. А, блин, мистер Ёрш. Так, отвали-ка. Сейчас мне всю леску перепутает. Мистер Ёрш. Вороном пойдешь. Иди, не буду я тебя брать. Пришел Ёрш, и все, походу. Походу, это сегодняшнее завершение рыбалки Ёршом. Если здесь Ёрш, скорее всего, плотвы не будет. Сматываю удочки, как говорится. Такая вот сегодня была рыбалочка. Попробую еще завтра сходить. Всем пока. Спасибо за просмотр. До следующего видоса.